вечером красиво, у нас там все подсвечивается. Обычные панельные девятки смотрятся, ничего так. Кстати, друзья, поздравляю вас всех с Новым годом. Желаю вам только благ, только хорошего в Новом году. Пускай все плохое останется в прошлом и не преследует нас этот год. Пусть все наладится и жизнь вернется в прежнее русло, насколько это возможно. Огонечки, огонечки повесили. Хорошо. Здесь отель и ЖК 5 звезд. Мы постоянно здесь гулять ходим мимо. Возле отеля всегда экскурсионные автобусы. Это говорит о том, что посещаемость очень высокая, особенно в новогодние праздники. В Казань едут туристы. Ночные есть даже туры по городу. Много различных музеев, исторических мест. В общем, вот так. Чем ближе к ёлке, тем больше народу. Ну что, друзья, мы пришли к ёлке на нашу набережную. Вот хочу показать, насколько она яркая вечерами. Горки различные. Ай, молодец, скулишь, да? Видите, блин? Скулит прям. Но сейчас мы его не отпустим. Здесь народу очень много. И сейчас уже это опасно. Даже просто для него он убежать может. Перевозбужден, пацан. Пока гуляй можно. Пока. Иди гуляй. У нас на акватории, прямо как на трассе, ездят. На воздушной подушке, видимо, катаются. Красивая наша елочка. Притягивает взгляды. Это мы отошли подальше. На нашу акваторию мужчина спустился с утра. В Акахе надо погулять, а то тут люди, туристы. А ему интересно, кто же там. И опасается. Я боюсь, побежит там. Ай, молодец! Красота у нас. Все сверкает, блестит. Наш район Новосаиновский.
кто знает Казань. Прекрасный город на акватории. Куда ни глянь, везде своя красота. И мы живем в этой красоте. Гуляем каждый день. Смотрим. Знаете, как классно. Такие просторы. Есть где погулять с собакой, есть цивилизация. Вообще классно. Приезжайте к нам посмотреть на Казань. Вакаха наш, вакаха. Гуляй, гуляй, пока никого. Мы тут обычно гуляем всегда без поводка. Но сегодня особенный день, 1 января 23 года. Вака, Вака, просить, просить, Вака, просить, еще раз просить, ай, хорошо, сидеть, Вака, сидеть, зайка, зайка, молодец, гуляй можно. Близко подошли. Видит молодого кобеля, не может успокоиться. Нет! Нет, я сказала. Нет. Сидеть. Все. Все, он уже рычит на всех кобелей у нас. Мы идем уже в обратный путь. Прогулялись хорошенечко так. Нас тут хорошо продуло. Ветер всегда на акватории. Имейте в виду, кто к нам едет в гости. Ты опять туда? Я такой. Да, я. Как Ярик. Я, да. Вака, ты красавец? Медалька-то у тебя вся вот в снегу. Такая блямба висит. А, Вака, пошли, пойдем. У него-то все равно рефлекс остался. Сейчас с улицы придет и будет смотреть на меня. Типа, давай мне, кушать давай мне. А я ему скажу, нет, рано. У него опять сбой в матрице происходит. Давай, Гуля, вперед. А, сбой в матрице. Вака, сидеть. Сидеть. Лежать. Давай, лежать. Даром время не теряет. Можно гулять? Вынюхал все там. Фыркает так. Пошли.
снежок, снежок. Снежок, Вакаха. Снежок. Классно все. Новогодние-то Казани гулять вечером вообще супер. Светло как днем, еще снежок пошел. И просто вообще. Что интересно, Вакай? Возвращаемся уже на свой район. Темно уже стало.